Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Акит, сын Пана, Фавна, и нимфы Семетиды, дочери реки Семет. В возрасте 16 лет он полюбил Нереиду Галатею и был убит своим соперником в любви, циклопом Полифемом, который кинул в него скалу, оторванную от Этны. Сочившуюся из-под этой скалы кровь своего возлюбленного Галатея превратила в реку Аид, стекающую с Этны в море. Теперь это река Отцы, Акелийский источник. По одной из версий мифа, Галатея и Акит успели спастись от циклопа, бросившись в море и превратившись в двух рыб. Миф об Акиде сицилийского происхождения и часто служит темой для сицилийских поэтов. Он был обработан и Овидием в его метаморфозах. Иногда считают, что версия с превращением в рыб отражена на звездном небе в созвездии рыб. Но так вкратце из Википедии о персонаже мифологии Акит. Пока-пока, до свидания.